серьезно. Нет, погода прекрасная. Подождите. А вы можете, Роберт, сказать, что будет, какой статус Чечни может быть? Ну, статус Чечни, вы знаете ситуацию, как она оценивается. Значит, по конституции Российской Федерации, субъект Российской Федерации. Мы можем ожидать. Именно провокационные действия направлены на срыв результата переговоров. Мы договорились, что все заявления будут делаться совместные. А такой грубой форме поставлен ответ, я листерю, как неуважение, во-первых, членской делегации, неуважение, и неуважение к тем результатам, к которым мы шли спокойно дипломатическим путем. Куда надо, передай. Да, давайте, правильно.